Односкоростной перфоратор для сложных работ по бетону, металлу и кирпичу. В этом видео мы распакуем перфоратор от компании «Вихрь», модель P750. Инструмент поставляется в фирменной коробке и комплектуется боковой рукоятью, штоком ограничения глубины сверления, сверлом и документацией. Корпус устройства выполнен из плотного пластика и оформлен в черно-оранжевой гамме. Спереди расположен патрон SDS+. Слева от патрона предусмотрено посадочное место для ограничителя, а под ним – боковая рукоятка. На боковой стороне разместился переключатель режимов работы. В тыльной части размещена основная рукоятка с курком пуска, кнопкой блокировки и переключателем реверса. Обе рукоятки оснащены прорезиненными вставками, чтобы прибор уверенно держался в руках во время работы. От основной рукоятки отходит несъемный кабель питания длиной 2 метра. Мощность данной модели 750 Вт, так что она отлично подойдет для сложных работ по бетону, металлу и кирпичу. Работать можно в трех режимах – сверление, сверление с ударом и долбление. Максимальный диаметр сверления по бетону и металлу составляет 26 и 13 мм соответственно. Частота ударов на холостом ходу достигает 5200 движений в минуту при силе ударов 2 с лишним джоуля. Также есть возможность повернуть бур и включить режим обратного хода на случай, если при работе сверло застряло в стене.